Это чудо в истории дорожного строительства. За какие-то 30 лет протяженность шоссейных дорог в Китае увеличилась в 5 раз. Была построена крупнейшая в мире сеть высокоскоростных шоссейных дорог. Протяженность железных дорог более 120 тысяч километров. Скоростные железные дороги начали строить с нуля, и за 8 лет было построено около 20 тысяч километров. Это 60% от общемировой протяженности скоростных железных дорог. Здесь больше всего в мире тоннелей и мостов. Более 20 тысяч тоннелей и более 1 миллиона мостов позволили преодолеть все неприступные преграды. Тридцать аэропортов и более 3,5 миллионов рейсов составляют вторую в мире систему воздушных перевозок. На береговой линии протяженностью 32 тысячи километров 7 китайских портов входят в топ-10 мира. Огромная и удобная сеть путей сообщения позволяет Китаю сохранять удивительную активность. С виду это невыполнимая задача. Но китайцы создали чудо своими руками. В южной части гор Тайханшань столкнулись индийская и евразийская плита. В крутом обрыве есть путь надежды. Сиягоу – изолированная от внешнего мира деревушка с населением менее 300 человек в горах Тайханшань. В прошлом в нашей деревне 90% людей никогда не покидали гор. Не знали мира за их пределами, не могли учиться, не знали, какой на вкус соевый соус, уксус. Если заболевали, лечились сами. Если не получалось, то рано покидали этот мир. Люди решили объединить силы всей деревни, пусть молотками, железными ломами, но сделать дорогу в скале. В те годы у сотен миллионов китайцев было общее желание наладить связь с внешним миром. Желание как можно раньше жить в достатке. По их мнению, это ключ к изменению судьбы. Это территория Китая. На карте размещено 660 тысяч светящихся точек, каждая из которых символизирует одну самую основную административную единицу Китая. Китай стремится к тому, чтобы даже в самой глухой деревне была дорога. В 1949 году общая длина сети автомобильных дорог в нашей стране составляла 80 тысяч километров. К 1978 году их было уже почти 900 тысяч километров. После осуществления политики реформы открытости китайская промышленность стала быстро развиваться. Это развитие привело к росту спроса на транспорт. Мы должны усиливать строительство дорожной инфраструктуры, дороги должны проходить все дальше, уровень технологий должен быть все выше и выше. С момента появления первой высокоскоростной дороги в 1988 году в Китае менее чем за 30 лет протяженность высокоскоростных трасс резко возросла до 120 тысяч километров и вышла на первое место в мире, обогнав Канаду и США. На сегодня структура высокоскоростных трасс Китая в целом сформирована. Инженерам осталось преодолеть окраины сети и суперсложные участки дорог. Ванчжоу. Город мигрантов с населением 800 тысяч человек. Местные поддерживают традиции жизни на берегу. Он находится в глуби трех ущелий, близ золотого водного пути Янцзы. Здешние дороги всегда были не такие удобные, как в восточной части. Водные перевозки уже не могут удовлетворить потребности в быстром передвижении.
Но положение скоро изменится. Мост Фума через реку Янзы – подвесной мост с самым большим пролетом в районе трех ущелий. Высота южной башенной опоры – 166,6 метров. Северной – 210,5 метров. Сегодня мы будем протягивать первую прядь несущего троса. После этого, в последующие два месяца, будем протягивать и устанавливать 216 прядей. А затем установим подвесной трос и уложим балку коробчатого сечения. Мост Фума – контрольный проект на скоростном шоссе Ваньли. Этот маршрут соединяет Ваньчжоу и Личуань, вписывая этот горный район в китайскую сеть скоростных дорог. У этого подвесного моста, длина основного пролета которого 1050 метров, нет опоры в воде. Таким образом, можно максимально защитить среду водохранилища «Три ущелья». Чтобы подвесить в воздухе мост весом с почти 3 эйфелевой башни на высоте 100 метров, очень важны два несущих троса. Так как в столетнем жизненном цикле моста их нельзя поменять. Поэтому установка первой пряди троса влияет на безопасность всего моста. На приемном мосту высотой 100 метров рабочие устанавливают последний воротный столб, чтобы поддержать трос. Вот эта сетка из проволоки и деревянных реек, установленная на высоте. Единственная строительная площадка для рабочих. На южном берегу в тоннельном якоре рабочие напряженно обрабатывают систему анкерного крепления. Тросы закрепляют на анкере, чтобы гарантировать безопасность моста. Все готово. С самого утра льет как из ведра. Но сейчас, к счастью, дождь прошел. Так как самое крутое место на приемном мосту должно достигать 45 градусов, с высотой 100 метров, на мосту очень скользко. Надеюсь, что туман быстро пройдет, и мы начнем установку первого несущего троса. Две подъемных лебедки весом 25 тонн медленно начинают работу. Тягачи с тяжелым анкером и тросами продвигаются вперед, что вызывает сильные колебания. Рабочие должны постоянно менять скорость лебедки, чтобы тросы стабильно ложились на шкивы. Подъемную лебедку перевели на третью передачу. В то же время нельзя торопиться, чтобы не разорвать натяжной канат. Сильный ветер на реке усложняет работу. Сопровождающие рабочие внимательно наблюдают за красной проволокой на канате, потому что при повороте стойкость несущего каната может сильно снизиться. Посредством тягача анкер равномерно проходит через две мостовые опоры, охватывая речную поверхность более 1000 метров. И закрепляется на другом конце якоря оттяжки. Далее рабочие тянут 215 тросов, превращая их с помощью кабельной стяжки в два несущих троса, которые держат весь вес моста. Работа в горах на высоте стала самой большой сложностью для строительства скоростного шоссе Ваньли. На протяжении каких-то 94 километров установлено 1407 опор, самая высокая, выше 40-этажного здания. На западе Китая возвышаются горы, кругом долины, рельеф очень сложный. Все это время конструкторы были вынуждены искать самый оптимальный путь вдоль рек и гор. Серпантинная дорога не только малоэффективна, но и разрушает экологическую среду гор. Крутые повороты на 180 градусов – кошмар для водителя. Но сейчас у китайских инженеров есть возможность выпрямить дорогу.
Они бесстрашно пробивают путь, строя мосты через водные преграды. Пропорция мостов и тоннелей на шоссе ЯСИ превышает 85%. Очень мало дорожного полотна. Скоростное шоссе ЯСИ начинается на краю Сычуаньской котловины. Нужно пересечь горы Хэндуань высотой более 3000 метров над уровнем моря. Ранее 300 километров нужно было ехать целых 10 часов на машине. Сейчас инженеры решили пройти напрямую через горы, но появилась проблема. От Шимяня до Мяннина нужно перебираться через горы Тоу. Они очень высокие. 57 километров нужно ехать вертикально, 1500 километров. Особенно на этом участке. Здесь высота подъема достигает 500 метров. Преодолев 500 метров высоты в пределах 4 километров, означает, что средний наклон доходит до 9%. Для грузовиков, наполненных грузом, это очень опасная величина. Конструкторы должны проявить воображение и уменьшить наклон на 70%. Поэтому мы, позаимствовав идею винтовой спирали, которую используют на парковках, спроектировали здесь двухзаходные спирали. То есть сначала входим в тоннель, потом через мост делаем спираль. Примерно вертикальное расстояние одной спирали 120 метров. Затем преодолеваем вертикальную разницу в расстоянии. Построенное шоссе ЯСИ стало главной дорогой на юго-западе, сэкономив время езды наполовину. На протяжении менее 30 лет система китайских скоростных шоссе получила быстрое развитие. От Пекина идут самые разные дороги. 29 главных магистралей, многочисленные региональные связанные линии. Сформирована система путей сообщения, соединяющая города и поселки, население каждого из которых достигает 200 тысяч человек и больше. Но в городе сообщение столкнулось с новой проблемой. В 80-е годы прошлого века Китай стал известен всему миру благодаря особому способу передвижения. Тогдашний Китай называли царством велосипедов. Велосипед был у каждого второго. Тогда в Китае не ожидали, что ситуация изменится в корне. Любо ежедневно из офиса под мостом отправляется на стройки, которые находятся в разных районах в Пекине. Пекин, столица Китая, огромный мегаполис с населением 21 миллион человек. Количество машин 5,6 миллиона. Если плотно поставить все машины, можно заставить центральную часть города. Чтобы решить проблему транспорта, в городе построено 6 кольцевых дорог. 7000 километров городских дорог, 1200 автобусных линий и 18 линий метро. Даже так дороги не справляются. И это предъявило очень высокие требования к работам по ремонту и содержанию городских дорог. Работы проводятся в основном ночью. Мы стараемся делать бесследное обслуживание, чтобы не влиять на передвижение людей днем. Мост Сан-Юань находится на третьем транспортном кольце Пекина. В час пик здесь ожидают проезда 13 тысяч машин. Постоянная перегрузка привела к необходимости замены всех конструкций моста. Но если закрывать дорогу и ремонтировать 2 месяца в обычном режиме, будут огромные проблемы. Инженеры планируют в экстремально короткие сроки заменить старые балки моста. Проект можно назвать оригинальным и необычным. В 23 часа 13 ноября 2015 года стартовал проект замены балок моста Сан-Юань. Меньше чем за 6 часов была разобрана старая центральная балка весом 1600 тонн. Через 24 часа старую балку полностью убрали. Две машины подняли новую балку и со скоростью 1 метр в минуту продвинулись на 60 метров. Через 70 минут новая балка была на месте. Насыпали бетон и постелили асфальт.
В 18 часов 15 числа движение было восстановлено. За 43 часами стояла тщательная подготовка в течение 150 дней. А люди, которые вышли на работу в понедельник, даже не заметили, что старый мост заменили на новый. С быстрым развитием города наземные дороги становятся все сложнее. Из-за дефицита земли в 31 городе Китая решили перевести движение под землю. Но в некоторых городах из-за речной системы ситуация еще более усложняется. На берегу реки Янцзы ожидает установки гигант высотой с пятиэтажное здание и весом 575 тонн. Ухань – транспортный узел центрального Китая. Здесь пересекаются реки Янцзы и Ханьцзян. Находятся именующиеся трехградье Ухань – Учан, Ханькоу, Ханьян. Но из-за широкой водяной поверхности сообщение сильно осложнено. Проектная пропускная способность моста номер 2 через реку Янцзы – 100 тысяч машин в сутки. Мы уже сейчас почти вышли на эти показатели. Чтобы снизить нагрузку на дороги, в этом городе запланировано построить 19 мостов через реку. Но плотно расположенные мосты усложняют водные перевозки. Конструкторы нашли новое решение, чтобы максимально повысить пропускную способность. В план внесли авто- и железнодорожный тоннель через реку. Диаметр тоннеля 15,2 метра. На верхнем ярусе двусторонняя дорога с шестью полосами. На нижнем ярусе метро, которое копают с помощью щитового комплекса. Рабочие готовятся установить шестерню щитового комплекса и круглый ножевой диск в рабочий колодец глубиной 44 метра. Это огромный и очень тяжелый стальной гигант. В колодце тоже идет напряженная работа. Самый точный и самый дорогой элемент щитового комплекса – главный привод – уже установлен. Они хотят установить опору, чтобы соединить диск и систему привода. Через 4 часа подготовительных работ началась установка щитового комплекса и ножевого диска. Выполняют эту сложную задачу два гусеничных крана. Рабочим нужно поднять и прямо поставить ножевой диск. Сказать просто, а делать нужно все крайне осторожно. На это требуется несколько часов времени. Грузоподъемность этого крана доходит до 750 тонн. При его помощи огромный ножевой диск медленно входит в колодец. В 10 вечера ножевой диск, как трансформеры, наконец вошел в колодец. Соединение прошло успешно. Сегодня щитовой комплекс много используется китайскими инженерами. Но на этом устремления не заканчиваются. Тем временем на этом находящемся в Восточном Китае заводе, созданном лишь 5 лет назад, рабочие чистят вот эти две громадины, покрывшиеся маслом и ржавчиной. Эти два главных привода для огромного щитового комплекса диаметром 15 метров были созданы китайцами специально для нанкинского тоннеля Вэйсаньлу. Щитовой комплекс – это передовое оборудование, производство которого затрагивает технологии из разных сфер, требует много компонентов и отличается высокой сложностью. Раньше в этом плане Китай сильно отставал от мира. В 1958 году в горах юго-западного района, называемого запретной зоной для строительства дорог, китайцы начали строить железную дорогу Чэнду-Куньмин. Это первый опыт механизированного строительства в Китае. Отставание от Запада почти на 90 лет.
того момента китайцы стали преследовать мечту создания передового оборудования с нуля. Через полвека производственная мощность Китая привлекла внимание всего мира. Но производство щитового комплекса огромного диаметра уже было монополизировано несколькими иностранными заводами. Будучи главным инженером нанкинского тоннеля Вэй Саньлу, Джан Боян очень хорошо помнит тогдашние трудности. Тогда за это оборудование иностранцы просили около 700 миллионов юаней. Нам надо было 2 единицы. Иностранцы не хотели снижать цену, не уступали. Нам казалось очень дорого. Мы решили, раз уж иностранное предприятие может производить щитовые комплексы, неужели мы, китайцы, не сможем сделать нечто подобное? Создали команду и основали новый завод. Китайцы начали разрабатывать свой огромный щитовой комплекс. Это проектные чертежи тогдашнего щитового комплекса. У щита Вэй Саньлу их было около 7 тысяч. 40-50 конструкторов днями и ночами чертили это все с нуля. За 2 года реальную себестоимость Тяньхэ-1, включая разработку, контролировали в пределах 500 миллионов юаней. 2 июля 2015 года, через более 1000 дней проходки, с помощью Тяньхэ-1 весом 4758 тонн длиной 130 метров с южной линии тоннеля Вэй Саньлу был пробит тоннель. Все труды того стоили. Такие истории случаются в Китае кругом. Система сообщения стимулирует развитие страны. А экономика выдвигает более высокие требования к дороге. Взаимное стимулирование часто превосходит первоначальные ожидания. В некоторых местах города сталкиваются с новыми проблемами, расширением сети сообщения. 1500 километров на юг, Чжудзян, вторая речная система Китая, в дельте которой группа самых экономически развитых китайских городов. Здесь важный регион внешней торговли. Тут собрались многочисленные отрасли. Это мировой производственный центр. Для этого в дельте реки Чжудзян построили самую плотную в Китае сеть скоростных автодорог, что позволило ей стать самым быстро развивающимся регионом Китая. Но этого недостаточно. Мост Хумэнь – единственный мост, соединяющий западные и восточные берега Чжудзяна, поддерживая быстрое развитие экономики двух берегов. Мост был введен в эксплуатацию 20 лет назад. Сейчас он сильно перегружен. Пробки – обычное явление. Желание добавить еще один мост, соединяющий западные и восточные берега, существует уже почти 10 лет. Строительство моста Хумэнь-2 просто необходимо. Через устье реки Чжудзян нужно одновременно построить 2 подвесных моста длиной более 1000 метров. Это невиданный вызов. Максимальная высота основной опоры 260 метров. Это как 90-этажное здание. После строительства она станет самой высокой мостовой опорой подвесного моста в Китае. Плюс эстакада длиной 10 километров, а также 2 сложных развязки. По сравнению с обычным мостом, степень сложности строительства больше во много раз. Строители должны быть очень осторожны, чтобы быстро и безопасно выполнить задачу. Чтобы за короткий срок построить 8 огромных пилонов, инженеры используют цельную гидравлическую модельную систему самостоятельного подъема. На юге и западе все готово? Чтобы строительная площадка на вершине пилона могла строиться вслед за основной опорой и самостоятельно подниматься. Оси направления смотрят вниз. Хорошо, хорошо. На севере и на востоке все на месте. Можно подавать масло. Через 4 часа плавный подъем успешно выполнен. С другой стороны, на центральном острове, соединяющем 2 главных пролета, напряженно работает завод, изготавливающий сегментные балки. Здесь
Здесь нужно произвести и собрать более 3500 сегментных балок более 50 видов. Самый крупный сегмент весит как 120 легковых машин. Медленно двигаемся к 3-4. 3-4. Пять линий производства в среднем ежедневно производят по 7 балок. Все производство должно быть стандартизировано и информатизировано, чтобы гарантировать выполнение работ в течение 3 лет. Хотя строительство этого моста длится 5 лет, все рассчитано по часам. Инженеры делают все, чтобы как можно раньше пустить движение по мосту, расширить пропускную способность по берегам Джудяна. Огромная сеть автодорог соединила всю страну. По количеству зарегистрированных автомобилей Китай занимает 2-е место в мире. По сравнению с 1990 годом это больше в 310 раз. Но это не оптимистичная тенденция. Китай не сможет, как Америка, идти по пути развития на колесах. Рост автопарка в Китае составил 13%, в Америке 70%. Если идти по пропорции Америки, то нефти в мире не хватит. Постоянно всплывают проблемы. Высокие энергозатраты, пробки и смог. Китайцы решили пойти другим путем, чтобы более эффективно перевозить людей и товар. Это железная дорога. Сеть протяженностью 120 тысяч километров, занимая 7% мировой протяженности, выполняет 25% объема перевозок. Для перевозки массовых грузов преимущество железной дороги еще более явно. В 100 километрах на север от Пекина по красивому S-образному повороту идет товарная железная дорога, проработавшая 23 года. Каждый день здесь проходит огромный черный стальной дракон. Старт этих поездов находится в городе Датун провинции Шанси, угольной столице Китая.